Всем привет! Информация для тех, кого интересует работа в Чехии. Есть вариант сейчас на 3 месяца. Вакансия на завод в город Опава. Завод Вицеман, оператором. Зарплата 100 крон в час, минимум 160 часов плюс дополнительные часы. Также дополнительно оплачивается суббота, оплачиваются выходные и праздничные дни и ночные смены. Работать по 8 часов, 5 дней в неделю. Ну, там, когда будут нужны субботы, либо уже освоитесь, можете брать дополнительные часы. Требуется, ребята, возраст от 18 до 45 лет. Сейчас приоритет дается 20% женщины, 60% мужчины и 20% пары. Жилье предоставляется бесплатно, жилье от работодателя. Будете... Семейные пары живут отдельно, естественно, девочки и мальчики тоже по отдельности. Набор уже начался, сейчас буквально уже в следующую среду, 24 июля, уже будет происходить собеседование. Это, кстати, единственный такой нюанс, нужно проходить собеседование в Киеве. Там будет проходить интервью, так сказать, с работодателем, плюс будете сдавать тесты математические, несложные, там, как в школе, плюс моторика рук. Это единственное, что от вас требуется. А вакансия абсолютно бесплатна, документы все делаются тоже бесплатно. Вы только оплачиваете все свои визовые сборы, консульские сборы уже непосредственно в визовом центре, и дорога тоже за ваш счет. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас нужно где-то в районе 30 человек. Ну, а дальше уже будет, если пройдет все хорошо, набор набираться и на следующие дни. Поэтому, если сейчас уже успеете, то в сентябре уже где-то будете работать в Чехии. Вот. То есть, такая вот информация, которую я хотел с вами поделиться. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.